Кстати, раньше я такого не замечал, чтобы здесь, именно вот здесь, в этом городе, по вечерам ходили кидалы. Ко мне буквально минут 15 назад подошел один, как у меня говорит мой один знакомый, слишком пигментированный парнишка, и начал на ломаном английском со мной общаться по поводу того, что брат, я уважаю, блин, семья, фамилия и так далее. Дай я тебя обниму, я говорю, иди отсюда. А что такое? Ты откуда? Из России? Я показываю, говорю, ты видишь, я говорю, с Германии. Вали отсюда. Вали отсюда. Что он хотел сделать? Он хотел мне впихнуть якобы по дружбе дружеский браслетик. Браслетик этот надевается тебе на руку, завязывается веревочка. Он с тобой обнимается и потом говорит, подожди, мужик. Ты же браслет у меня взял, плати деньги. А одной рукой ты снять этот браслет не можешь, потому что его нужно снимать двумя руками. И, ну, вот такая заманушка. Браслет ничего из себя не представляет, обычная ерунда. Стоит, может быть, 1 евро, ну, не знаю, ну, никак не больше. Он выгребает Петрофан. И вот когда я послал этого товарища куда подальше, он зацепил другого мужика. Тот был немножко подвыпивший, он с ним обнялся, чуть ли не поцеловался, в десны, да? И получил от него браслет. И после того, когда этот мужик с ним пообнимался, тот начал вытаскивать с него деньги. Говорит, подожди, ты уходишь, да? А кто мне заплатит? Тот что-то ему все по-итальянски висит. Не-не-не-не-не, говорит. Или я вызываю полицию, или ты мне платишь 5 евро. Вот так вот мужика здесь развели. Следующий развод. Мы проходим мимо какого-то магазина. И подходит мужик, подпишите петицию. Мне говорят, я говорю, иди отсюда, не собираюсь ничего подписывать. Ну, там же все-таки значок инвалидов, ассоциация инвалидов. Я говорю, эти товарищи прикрываются чем угодно. Значками инвалидов, ветеранами войны и так далее. Стоит тебе тем более в чужой стране подписать какую-то бумагу. Греха не оберешься. Это, ребята, вам на тот случай, если вы соберетесь сюда ехать и что-то покупать или на улице у кого-то что-то брать. Вот тут браслетики и всякие фигни на шею стоят 3 евро. Так что можно спокойно прийти и купить, чем у кого-то брать на улице. Как говорится, да хранит вас Господь. С наступлением вечера народ уходит с пляжа, заполняет собой рестораны, пиццерии, кафе-бары, променаду, магазины в надежде купить что-нибудь интересное, полезное. Ну и, конечно же, поживиться чем-нибудь. Наполнить свое бренное тело вкусной едой. Как говорится, вечер в хату. Тепло, хорошо. Мухи не кусают, а вот комары жужжат.
Я сделаю с музыкой, можете разговаривать. Все, кроме... Фонтанная площадь бурлит. А вот торгаши всякие уличные грузят людей. Своими. Пойдем посмотрим.